Амаль 350 оздоровленших лагеров на базе установ адукации. Подчас весновых каникулов будут наведывать каля 8,5 тысяч детей. Гэты период будет насыщен на гульнявые марафоны, экологичные экскурсии и спортивные споборництвы. Самые интересные мероприемства сегодня анонсовали у Уголовном управлении адукации Гомельского облвыканкама. Гэты весновые каникулы можно назвать творчим марафоном. Запланованных мероприемств сапраўды шмат. Пачынаючы от гульнявых программ и сустрэч с цікавымі людьми в установах додатковой адукации до проведения экскурсий, наведывания театров и картины галерей. Але бадай самое значное мероприемство – третий областный турнир по робототехнице. На базе областного центра Олимпийского резерву по легкой атлетице 28 сакавіка сберутся каля 200 удельников. Ожидается большой приток болельщиков, а также жителей, которые интересуются данным направлением работы. Дети вместе с родителями смогут увидеть интересные изюминки, такие как шоу трансформеров и другой ряд сюрпризов, которые сейчас мы раскрывать не будем. Еще один накерунок работы со школьниками подчас весновых каникул – экология и краязнаўства. Тут и гомельский семинар-практикум, развитие пошуковой деятельности в регионе и встреча экскурсоводов школьных музеев у Жлобине. А про того плануется задействовать все иснующие эколого-биологичные центры, где пройдут мастер-классы и познавальные программы. Что тышится краязнаўства, то тут упор на экскурсии по родных местинах с вывучением мясовых традиций. В областном палаце творчества нам распрацовали специальную гульню «Тайны малой родимы». Объявлена нашим областным дворцом творчества такая игра интерактивная посредством сети интернет, как «Энкаунтер». Когда ребята получают определенное задание историко-краеведческой направленности, и в определенный период времени они должны их выполнить, выйти на местность, найти, например, известный исторический памятник и что-то о нем узнать, успеть изучить и рассказать. И таким образом вовлекается достаточно большое количество обучающихся. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадио, компания «Гомель».